И сейчас вы в этом убедитесь. Ребят, ответственный игрок, кто-нибудь что-нибудь приготовил? Да, конечно, у меня есть песня. И что это за песня? Здравствуй, юность в сапогах! Здравствуй, небо в облаках! Звукарь, твое мнение? Смешно! И с этой мажорной ноты хотелось бы начать нашу... В какой стране я имею честь находиться? Так-то это Россия. Ох, а слушай, смотри, как попала краса. Можно вопрос, ну почему в черных очках? Слушай, они не черные, они затонированные, да? Ты затонированный, давай уходи отсюда, не мешай. Что такое? Отсюда выгоняют, в Сан-Сити выгоняют, домой пойдем, надоело мне. И как говорила моя мама, нормально делать это. Ты зачем вернулся? Так-то Кавказ с той стороны. Ну что, начнем? Все люди с чего-то начинали. Так, давайте представим начинающего бизнесмена. Алло, да, здравствуйте. Это же девушка на три вагончика с углем. Ага, вот, смотрите, пойдем. Ну, смотрите, идете по площади Ленина. Видите, большой бизнес-центр. Вот вам не туда. Видите, рядом Ростикс. Вот заходите, третья касса слева, я в кепочке, меня узнаете. Второй августа, день ВДВ, переход метро. Так, значит, вот его перед, сюда иди. Даже Сергею Безруку приходится раздавать флаеры. А чего так в России, да? Березы шумят. Возьмите флаер. Возьми флаер. Не надо. Что ж ты? Флаер русской не берешь. Как тебя земля, матушка, носит? Взять бы березовый прутик на тебя бы. Тюк, тюк. Возьми флаер. Отстань. Филем Кос. Так-то мы сберем флаер. Причина остановки можно узнать? Слушай, первая причина – это я, а вторая – вся твоя братва. Третья причина – это боль от вида незаниженных премор. Слушай, что ты снимаешь? Я говорю, последний раз предупреждаю. В следующий раз увидишь, чтобы низок шкрябал. Понял? Свободен. Да здравствуйте, здравствуйте! Вот моя значит резюме. Вот у меня еще вот есть вот такую. Я маленькая фея, конкурс выиграл, да. А еще вот бабушкин лукошка, вот у меня. А че вот я летом в фонтане, вот такой вот билетик нашел. Так, так как ты это делаешь, билет верни! Пионеры уже не те. Ну слушай, вот это слева вообще нормальная такая девочка, да? Конечно. Давай, действуй. Ядвина Петровна, вас через дорогу приедет. Мы не пионеры. И такое бывает. Экзибиционист в магазине бытовой техники. Здравствуйте, а у вас есть трусы? Здравствуйте, нет. И у меня нет. В конце хотелось бы закончить словами Пифагора. Шутку, как и соль, надо употреблять умеренно. Нет, слушай, ты не закончил. И поднять этот тост за мили, юный... Подожди, нельзя пить на сцене. Что такое опять? На сцене пить нельзя, на свадьбе стрелять нельзя в воздух. Лезгинку нельзя в центре танцевать. Чего это такое? Подожди.
той стороне. Команда КВН, высокое напряжение. Спасибо. Добрый день, дорогие друзья. Команда КВН «Даже не думай» — сборная учителей города Барнаула. Коллеги, у меня плохие новости. В связи с Олимпиадой нам урезали зарплату. Да у вас, походу, каждый месяц Олимпиада. Отпуск, Таиланд, девочки, коты. Знакомьтесь, учитель логики. Кстати, чуть не забыл представить, у нас новый учитель русского языка. Здравствуйте, Иван. Салам. Почему он учитель русского? Я больше его русских слов знаю. Тигр, потолок, котики. О, стул. Съел стул. Так, а где физрук? Синичкин, пасуй! Синичкин, кому говорю пасуй? Пасую, в Петрову, слышь, рояль! Здравствуйте, коллеги, меня достал второй Б. Они мне уже вот здесь. Гор Сергеевич, может, вас здесь? Вам здесь, мне здесь. Ну что ж, все учителя в сборе, открываем тетрадки и начинаем записывать. Мебель вам вообще ноги в тазике греет.
сибирские вузы. Если когда-нибудь вы увидите сидящего на картах парня, который парирует непричастными оборотами, знайте, это наша работа. Давай, Бендаш, не думай сборного учителей. Еще увидимся. А он что? Но он не знает ничего. Кукуруку, бобби-боб, турбо-колокао. Ну что ж, вот мы привлекли внимание жюри, потому что только они в этом зале знают истинную ценность этих вещей. Королевич Елисей. Ребята, которые еще не успели повзрослеть, а уже любят поностальгировать. Чего же парень? Не, ну я...
ручки оторвать. Но эти курицы потом еще 10 минут по сцене бегать будут. Королевич Елисей. Из 90-х с приветом. А начать свое выступление команда КВЧ хотела бы с криминальной песни. Махнем со мной на дачу. У меня два года секты не было.
тобой поговорить. Ты такой хороший, мы так давно вместе. Ты такой хрупненький, у тебя такой хороший аппетит. Ты мне так дорог, но только как внук. Ага, внук Зона! Ребята, я приготовила вам прощальный сюрприз. Ух ты, пирожок! Знаете, в обычном пакетике чая несколько грамм. Мы настолько добрые и щедрые, что у нас здесь полтонны. С вами были полтонны чая. Офигела! Хватит жрать. Прошу и потом говори. Ну да, новую взял. Спортивная. Не, видеорегистратора нет, зато Инстаграм есть. Короче, пацаны, такая пушка. Баллотируюсь в мэры Новосибирска. Не, ну а что, пауку можно, уголовнику можно, фитотерапевту можно, а я папин бродяга, мамин симпатяга, чем хуже их? Ладно, пойду бюллетени подделывать. Но мы начинаем! Ага. А одежду мы куда вешать будем? Серёж, вот ты ничего не замечаешь? Покрасилась? В смысле покрасилась? Баба другая! Директриса пришла, директриса! От вас еще и алкоголем пахнет! Все, мне надо...
один сегодня. Знаете, пацаны, а я передумал в мэры баллотироваться. Ведь это большая ответственность, значимость, огромный авторитет, а мне как-то еще рано становиться толстым. Команда КВН по любви, Новосибирская область. Добрый вечер, дорогие друзья. Команда КВН кто здесь? Играем по принципу, пока голова не замечательные люди есть в каждом дворе.
какая у вас порода? А говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Одно лицо. А вы сегодня с утра встали, в водичку сходили, прививочку сделали, а вы что? А мы сегодня с утра встали, ободрали все обои, погоняли кота по квартире, сожрали все котлеты, потом я распилил собаку и пошел с ней гулять. Нет. А кто? Джессика, что случилось? Джессика, а ты где? Ты домой сказала, что ты делаешь? Фу, Джессика! Первый раз вижу, чтобы собака котят добила. Все-таки какая красивая самка. Ой, спасибо. Мне раньше только мама это говорила. Да я про собаку. И мама так говорила. Дядя, а мы завтра с вами увидимся? Конечно, обязательно увидимся, если с вашей собакой все нормально будет. Джессика, фу, фу, это же дядя Тёдор, отдай его таксистам. Дорогие друзья, но закончить наше выступление хотелось бы фразой моей уже бывшей девушки. Саша, собирай свои манатки и иди играй в КВН со своими кошелками. Командный КВН кто здесь? Оля, мы не кошел. Фаната, команда КВН по любви. Снится мне кошмар, будто я снимаюсь в сериале на Новосибирском. А в каком сериале снялись бы вы? Ты че, рыбанутый, что ли? А в каком сериале снялись бы вы? Слушай, какой сериал? Боевики снимают, да? По крайней мере, человек знает, что хочет. Это только напряжение, так что было, и... Пожалуйста, чай. Снится мне кошмар, будто я снимаюсь в сериале в Новосибирском. А в каком бы сериале снялись бы вы? Я бы снялся не в сериале, а в кино. Я догадываюсь, о каком кино идет речь. Снится мне кошмар, будто я снимаюсь в сериале Новосибирском. А в каком сериале снялись бы вы? Это ты еще не видел фильм «Паранормальный татарск». Это комедия, кстати. Пожалуйста, по любви еще ответ. Итак, снится мне кошмар, будто снимаюсь в сериале Новосибирском. А в каком сериале снялись бы вы? Я хотел бы извиниться. Вы что, рыбанутый? Спасибо. Снится мне кошмар, будто я снимаюсь в сериале Новосибирском. А вы в каком сериале снялись бы? Ну, у меня с четырьмя девочками мало вариантов вообще. Блин, крутой! Типа папины дочки. Он такой крутой, что он даже папочку не завязывает. Вот так. А Александр хотел бы еще кто-нибудь ответить ваш вопрос? Раз, два, три. Спасибо! Я вставать не буду. Ой, да, конечно. Да я встану, все не будет видно никому ничего. Пожалуйста, Ксения, ваш вопрос. Меня все Олимпиада никак не отпустит, у меня такой вопрос. Давайте-ка вместе подумаем, что сказал Зинедула Белялетдинов в раздевалке после матча наших с финнами, когда мы проиграли. Какое смешное имя, фамилия. Белялетдинов. Так КВН же сегодня, конечно. Говори почаще, это не фамилия, мне кажется, все будут. Что сказал Зинедула Белялетдинов в раздевалке после матча с финнами? Моя бабушка и то лучше играет. Команда КВН чай только что отвечала. Пожалуйста, только напряжение. Что сказал?
сказал Зайнедула Бельмединов после матча с финнами в раздевалке. Пацаны, ну талант вообще никак не раскрылся ваш вообще. Что сказал Зайнедула Бельмединов в раздевалке после матча с финнами? Бельмединов. Даже не думай, только что ответили. А я как-то... Рот и по любви, конечно, что-то миленькое сейчас скажет. Зайнедула Хайдарович Бельмединов. Я что-то говорю не так? Что сказал Зайнедула Хайдарович Бельмединов в раздевалке после матча с финнами? Ребят, вот нормально сыграли, а вот наши что-то как-то не очень. Что сказал Зайнедула Бельмединов в раздевалке после матча с финнами? Ребят, ну зато у сериала «Молодежка» нормальные рейтинги отбили. Финами. Ну ничего, нам паралимпийских играх выиграем. Окей, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять. Никто не хочет отвечать. А мы с Ириной Ксенией, друзья, на реальный вопрос. Евгений! С вашего позволения, что? Итак, здравствуйте. Вот, никому ничего не видно, понимаешь? Все, стихли, задавай. Итак, уважаемые команды, у меня новая девушка, ей 19 лет, у нас небольшая разница в возрасте. И вопрос вот такого характера. Что мне подарить ей на 8 марта, если она мне на 14 февраля сказала, что мои салаты уже надоели? Друзья, что подарить ей на 8 марта? Салаты уже надоели. Просто Евгений, знаете, у него с подарками все просто. Надо подарить! Зашел, дал салат, подарил, ты довольный, сытый, здорово. Не любишь бесполезные побрякушки, да? Салат всегда пригодится. Побрякушки и мне всегда. Кстати, сегодня салат, я так слышал, у нас заготовлен. Так что одна из команд, какая, победитель или которой тебе больше всех понравится, получит салат? Посмотрим. Интрига. Итак, друзья, что же подарить девушке на 8 марта? А разница в возрасте у вас? Кого больше же тревожит, тебя или ее? Понял. Слеза скатилась по щеке. Все, может, ничего не отвечать. Я просто тоже с женой некоторая разница в возрасте. Мне нравится. Жене не очень, да? Жене вообще сильно нравится. Походу вообще все сошлось. Пожалуйста, кто здесь? Что подарить? Можно полностью? Конечно, можно. Конечно, твое право. Ты же вышел отвечать микрофон. Женя, повтори, пожалуйста, полностью. Итак, у меня новая девушка, ей 19 лет, у нас небольшая разница в возрасте. И что мне подарить ей на 8 марта, если на 14 февраля она мне сказала, что как бы... Салаты, которые я подарю, не очень актуальны. А то есть 23 февраля она вас вообще прокидала, да? Зачем ты давишь? Зачем ты на человека давишь? Поливаешь масло в огонь. Осторожнее, друзья, у них просто большая разница в возрасте, легко задеть. Пожалуйста. Что мне подарить моей молодой девушке на 8 марта? Узнайте ее психологический возраст, нам, наверное, корвалол пора дарить. Корвалол, друзья, это для стариков. Справочка, тут сносочка была. А, пожалуйста, королевич Елисей. Спасибо. Не за что. Итак, что подарите моей молодой девушке на 19 лет, если от салатов она уже отказывается? Будь мужиком, приготовь ей гречи с сосисами. Вот. Так, продолжаем. Чай. Что подарить моей, видимо, уже бывшей девушке? А мы так понимаем, что нет ее здесь сегодня, да? Как на 8 марта, если на 14 февраля ей не понравился мой салат. Но лично я не против салатов. Я понял все. Я еще раз готов услышать, зачем ушла. Вторая претендентка на мой салат.
Давай. У женщины 19, уже год 2, и можно под книжку указать. Решил обратиться. Да, действительно. Я созрел для такого момента, чтобы сделать себе татуировку. Очень жесткую, очень красивую и дорогую. Скажите, на каком месте и какую татуировку мне следует сделать? Но будьте осторожны. Все. Все. Будьте осторожны, вот такое повисло. Скажи, какую мне сделать татуировку и на каком месте? Веселья боль прям. Спасибо тебе. Я же предупреждал! Роман в зале, он его запомнил, может не переживать. Какую мне сделать татуировку и на каком месте? Воронов здесь, Просверов здесь. Поехали дальше! Скажи, пожалуйста, какую мне сделать татуировку и на каком месте? Что-то жениться созрел, молодец. Ага, вот! Лучше бы девчонку себе молодую нашел! А я молодой, еще сам. Зачем мне жениться? Нет, это не твой выбор. Друзья, еще кто бы хотел поговорить с Александром Штайнером, есть ли какая-то возможность прямо сейчас? Представляете, он выслушает и скажет, что пожалуйста, играй в Елисей. Скажи, какую мне татуировку на каком месте? На колесе на животе Новосибирск. Специально для экскурсии. Тяу-тяу. Да. Ты просто сказал аккуратно, и поэтому ребята настолько зааккуратничали, что про юмор забыли. На самом деле... Значит, вы тебе, Саша, за настрой. Последний ответ от команды, кто здесь. Уж будь добр. Уважаемые барнаульцы, скажите, какую татуировку мне сделать и на каком месте? А набей себе вот тут вот бороду, и у тебя забавная рожица получится, в принципе. И мы знаем немножечко больше о том, что происходит на самом деле в учительской на перемене. Физрук, ты с кем разговариваешь? Иди к нам. Вот этот Петров сегодня опять без меня пришел. Больше не говорит. Да? Почему вы идете в школу? Коллеги, поздравьте меня, я женюсь. А с чем тебя поздравляют? Ты знаешь, как трудно в любви. Ну, вы откуда знаете? Мы все чуть без этого прошли. Слушай. Этот трек посвящается тем, кто в столовке прохал салат под шубой с самого низа. Это песня для всех тех, кому чему, кого чего, о чем, о ком, чё кого. Молодец, Петь. Спасибо. На сердце мой взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Что? Занижаем. Такой детский характер пришелся по праву. Учительница экономики и права. Он полюбил ее за талию русскую. И через 9 месяцев у них родился очередной ступальник по-русскому. На сердце мой взгляд смотрит в небо, ждет ответа в любое.
Я ее не пустил, она пришла без сменки. Удалека была огромная любовь. Он повторял ей это вновь и вновь. Он дарил ей айфоны, шубы, кинотеатры, стерео. А в чем подвох? Все это было из дерева. Это Егор Сергеевич, в школе он физрук. Он занимается прокачкой ног и рук. Химичка попросила крутить лампочку под потолок. Ну а ты, братан, а я не смог. Счастливой жизни вам!
смотрим. Yeah.
Ведь еще кто-то из великих говорил: девки — это цветы жизни.